В предыдущих рассказах мы рассматривали только лишь принципы построения пространственных образований на этой тропе эволюции. Безусловно, окружающий нас мир намного разнообразнее, и вариантов структур вещества, образования веществ значительно больше. Но мы условно разделяем их на простые небольшие этапы и пытаемся выявить их эволюционную закономерность. Мы все еще продвигаемся по третьему варианту эволюции, описывающему объединение атомов в пространственные структуры. Поэтому в этом рассказе продолжим знакомство с миром кристаллов, который мы не закончили. Теперь мы рассмотрим некоторые свойства кристаллов, которые в последующих производных от них структурах будут проявляться в особенностях их функционирования. Так, рассматривая образование структуры кристалла, мы не акцентировали внимание на внешних условиях его зарождения и обитания. Но в реальном мире каждый объект с момента своего образования уже взаимодействует с внешним окружением. Можно говорить о том, что он и рождается под влиянием таких взаимодействий. Однако никогда так не бывает, чтобы окружающий нас мир не изменялся. Все в нем течет и все меняется. Вот и наши кристаллы неизбежно подвержены воздействию изменяющейся внешней среды. Отличительной особенностью кристаллических веществ является, конечно же, симметричность их внутреннего строения и анизотропия. С симметричностью мы уже познакомились, а анизотропия – это свойство среды проявлять разные характеристики в зависимости от направления. Именно потому, что у кристалла имеются оси симметрии, их свойства вдоль и поперек этих направлений различны. Если в какой-либо среде все направления равнозначны, то она изотропна. Самое простое воздействие – это изменение давления, например, окружающих горных пород на кристалл. Под воздействием таких механических воздействий в структурной решетке нашего кристалла изменится распределение электрических зарядов. Противоположные заряды переместятся к противостоящим граням кристалла. В нем появится так называемая электрическая полярность. Такое явление исследователи назвали пьезоэлектрическим эффектом. То есть под воздействием механических усилий кристалл поляризуется. Дальнейшие исследования кристаллов позволили определить, что в этом же случае изменяются и их оптические свойства. В одних больше, в других меньше. Этот эффект назвали пьезооптическим. Подобным образом кристаллы реагируют и на изменение окружающей температуры. Если кристалл нагреть, в нем также появляется электрическая полярность. Такое свойство получило название электрокалорического или пироэлектрического эффекта. Аналогичным образом кристалл реагирует и на магнитное поле. В этом случае проявляется пиромагнитный эффект. Все проявления физических эффектов взаимосвязаны. Чтобы показать такую взаимосвязь, для наглядности иногда используют пирамиду физических эффектов кристаллических структур. Ее изображение сейчас на экране. И в процессе таких исследований выяснилось, что некоторые из таких эффектов обратимы. То есть, например, под воздействием приложенного к кристаллу электрического потенциала изменяются его физические свойства. В них легко наблюдается обратный пьезоэлектрический эффект. То есть под воздействием электрического напряжения кристалл деформируется. Некоторые кристаллы на приложенное напряжение реагируют изменением своей температуры, то есть проявляется обратный электрокалорический эффект. Заметным образом меняются их оптические свойства, что получило название линейного электрооптического эффекта. Конечно, не каждый кристалл реагирует на все эти внешние факторы.
Есть кристаллы, обладающие только одним эффектом. Есть кристаллы, имеющие прямой и обратный эффект. Некоторые кристаллы обладают несколькими эффектами одновременно. Это зависит от свойств вещества и от наличия в конкретном кристалле совокупности свойств симметрии, то есть от категории его внутреннего строения. Все эти свойства хорошо исследованы и широко используются в технике и в повседневной нашей жизни. И, пожалуй, трудно сегодня найти такую сферу человеческой деятельности, где бы не использовались те или иные свойства кристаллов. В предыдущих рассказах мы знакомились с энантиомерными молекулами, обладающими зеркальной или хиральной симметрией. Есть такие образования среди кристаллов. То есть существуют такие кристаллические структуры, которые имеют правые и левые формы. Так же, как и эти молекулы, они обладают свойством поворачивать плоскость поляризации, проходящей через них световой волны. И все же имеются некоторые свойства кристаллов, которыми обладают все их представители, можно сказать, однотипно. Одно из них можно назвать регенерацией своей структуры. Его можно сравнить с залечиванием потерянных частей, если взять обломок кристалла неправильной формы и поместить его в соответствующую среду, в которую он рос или вырос, то через некоторое время кристалл приобретет форму первичного кристалла. То есть маленький осколок кристалла восстановит свои первоначальные формы, свойственные конкретному веществу. С эзотерической точки зрения проявление таких свойств вещественных структур рассматривается как реакция объекта на изменение внешней среды. Такое свойство не наблюдается ни у отдельных атомов, ни у отдельных молекул. Оно зарождается только на этой тропе эволюции. И на него следует обратить внимание, потому что в дальнейших эволюционных процессах эти эффекты проявятся изменениями свойств рождающихся структур. По сравнению с предыдущими рассмотренными нами структурами, зарождающимися на этой тропе эволюции молекулами, кристаллические структуры обладают жесткостью и твердостью. В земных условиях среди миллионов всевозможных веществ наиболее твердыми веществами являются те, которые имеют кристаллическое строение. И, конечно же, наиболее отличительным свойством кристаллов от других рассмотренных нами структур является их способность расти. Для того, чтобы понять, как растет кристалл, нам необходимо посмотреть на процесс его зарождения. Как уже было сказано, все атомы непрерывно и безостановочно движутся. И это движение в основном хаотичное. Непрерывные столкновения с другими атомами придают этому движению случайный характер. Если температура вещества понижается, то энергия сталкивающихся атомов уменьшается, и они могут не разлететься в разные стороны, а образовать некое подобие микроскопического фрагмента будущей структуры. Если же в это время будут меняться физические условия этой среды, например, насыщенность, плотность, температура и так далее, что приводит к увеличению частоты столкновения, то такой первичный зародыш будет интенсивно наращивать свои размеры. И вот с некоторого момента можно заметить, что атомы складываются в упорядоченную структуру, выстраивая один из 14 вариантов элементарной ячейки. А далее каждый следующий атом будет достраивать эту ячейку, повторяя ее структуру. На фотографии видим поверхность кристалла кремния. Это слои атомов, накладывающиеся друг на друга в процессе роста кристалла. И на этом этапе снова решающее значение начинают иметь внешние факторы. Дело в том, что уже выстроенная ячейка может или продолжать расти, или может рассыпаться. Все будет зависеть от условий в конкретной точке пространства, в которой она образовалась.
Если условия подходящие, то из окружающего вещества формируется группа ячеек, которую можно назвать критическим зародышем. То есть до этого момента готовые ячейки могут рассыпаться, а после рост кристалла будет продолжаться. Итак, слой за слоем будут наращиваться размеры критического зародыша, постепенно формируя грани, ребра и вершины кристалла. Исследования процесса зарождения кристалла показали, что размеры критического зародыша для разных веществ различны. Обычные размеры колеблются от нескольких десятков до сотен элементарных ячеек. При этом надо иметь в виду, что скорости роста граней одного кристалла разные, то есть в разных направлениях кристалл растет с разной скоростью. И зависит это от совокупности свойств симметрии, то есть от показателя сингонии. Причиной такого поведения атомов, когда из беспорядочно расположенных частиц путем перегруппировки создается регулярная кристаллическая структура, заключается в том, что каждая частица стремится занять такое положение в пространстве, когда все действующие на нее силы уравновешиваются. А это достигается только в упорядоченном пространственном расположении таких объектов. Процесс кристаллизации вещества сопровождается установлением связей между частицами, объединяющимися в кристаллическую структуру. И на это затрачивается часть общей энергии системы, поэтому ее энергия уменьшается. Также для всех кристаллов свойственно то, что мы называем выживанием. То есть, если на стадии зарождения образуется не один зародыш, а несколько, то в полноценный кристалл превратятся не все. Вырастут только те зародыши, которые находятся в лучших условиях, которым благоприятствовали внешние условия и так далее. Это как бы продолжение свойства приспособляемости кристалла, но уже в конкуренции с другими родственными образованиями. Из сказанного создается впечатление, что растущий кристалл должен принимать определенную, единственную для каждого вещества форму, соответствующую исходной сингонии. Но в реальности так не бывает. На форму кристалла накладывает отпечаток различные меняющиеся внешние факторы. Температура, давление, плотность окружающего вещества и так далее. Все физические параметры окружающей среды влияют на рост, на зародыш кристалла. Поэтому кристаллы изменяют свою форму, как бы приспосабливаясь к внешним условиям, из-за чего двух абсолютно одинаковых природных кристаллов не бывает. Наблюдая за ростом кристаллов, мы увидим, что они увеличиваются в размерах путем разрастания граней. На этой фотографии мы видим атомные ступеньки поверхности сложного кристалла стронций титан О3. Создается впечатление, что грани перемещаются от центра роста кристалла параллельно самим себе. То есть плоскость грани всегда остается перпендикулярной к нормали. Таким образом, последовательное нарастание слоев каждой грани сохраняет их взаимное расположение, что обеспечивает постоянство углов между смежными гранями кристалла. То есть каждая грань растет параллельно самой себе. Итак, слой за слоем атомы осаждаются на гранях зародыша, образуя кристалл. Этот процесс называется адсорбцией частиц на поверхность кристалла. Но изменение внешних условий оказывает влияние не только на его форму, но и на структуру наращивающегося слоя. На гранях появляются нарушения в равномерности слоя, что приводит к образованию дефектов. Мы здесь видим поверхность кристалла граната при большом увеличении. Вот такая она, казалось бы, ровная кристаллическая грань. Все дефекты исследователи классифицируют по геометрическим признакам. Для нарушений регулярности кристаллической решетки размерами 1-2 атома
принято название нульмерные дефекты. Они могут вызываться вакансиями, то есть пустыми, незанятыми атомами позиции структуры, или атомами внедрения, располагающимися в междуузлиях. На снимке показаны дефекты структуры ребра кристалла графита. Если такие пропуски или внедрения затрагивают несколько рядов и представляют цепочки или протяженные нарушения структуры, то их называют линейными одномерными дефектами. Дефекты, обнаруживающиеся на поверхности кристалла, или дефекты упаковки, называют плоскими двумерными эффектами. Нарушения же регулярности структуры в объеме кристалла, такие как поры, пустоты, посторонние включения и другие, называют объемными трехмерными дефектами. Часто дефекты называют дислокациями. Эти изменения структуры захватывают несколько межатомных промежутков. Примеры таких нарушений структуры видим на фотографии поверхности кристалла. Здесь они выглядят как дислокационная сетка. Если рассматривать процесс адсорбции частиц в структуру кристалла более детально, то увидим, что возрастание плотности частиц в пограничном слое приводит к их взаимодействию. Условно можно говорить о конкуренции частиц на свободное место. Возникает латеральное смещение, то есть смещение на ближайшее свободное место. Это приводит к возникновению на поверхности кристалла различных объемных образований. На реальных кристаллах можно заметить штриховки, ступеньки, спирали, всевозможные фигуры, что указывает на изменяющиеся условия кристаллизации. Все такие неровности и нарушения структуры граней называются вициналоидами. Иногда грани формируются как множество сравнительно небольших плоских участков, которые называют вицинальными гранями. Нарушение кристаллической структуры, то есть дислокации, можно разделить на краевые и винтовые. На этой фотографии видим краевые нарушения структуры. Правая и левая винтовые дислокации дают начало так называемым спиралям роста, закручивающимся соответственно по часовой или против часовой стрелке. Линии ростовых фронтов располагаются преимущественно параллельно плотно упакованным направлениям на грани кристалла. На фотографии кристалла меди видим такие винтовые дислокации. Кроме таких поверхностных дефектов, в объеме кристаллической решетки могут обнаруживаться трехмерные дислокации. Все это говорит о том, что у реального кристалла не бывает идеальной формы с симметрично структурированной решеткой во всем объеме. На фотографии дефекты поверхности кристалла графита. Рассматривая сам процесс образования дислокаций, можно прийти к выводу, что их возникновение связано прежде всего с внешними факторами, влияющими на рост кристалла. С другой стороны, их можно рассматривать как реакцию внутреннего строения кристалла на внешние воздействия или как изменение структуры, компенсирующие эти влияния, что при малых уровнях воздействия может быть более выгодным для самого кристалла, чем его нерождение или полное разрушение. То есть кристалл стремится вырасти в любых условиях. Теперь подведем небольшой итог тому, что мы узнали об этих упорядоченных структурах на этой тропе эволюции. Так оказалось, что кристаллы могут каким-то образом реагировать на внешние воздействия, пьезоэффект, электрокалорический эффект и так далее. Также они чутко реагируют на изменения внешних условий путем приспособления своих форм. Они обладают большой жесткостью. И наиболее замечательное свойство кристаллов – их способность расти. Запомним эти особенности кристаллических структур. Они проявятся в последующих эволюционных цепочках, которые мы будем рассматривать дальше. А сейчас еще несколько слов о кристаллах. Если в прошлых рассказах мы наблюдали
неземную вселенскую красоту, то сейчас перед нами уже земная красота. Это природные кристаллы, и для их созерцания не имеет значения, какой у них состав, сколько каждый из них имеет видов симметрии. Нас привлекает только внешняя форма этих прекрасных творений окружающего мира. Но, оказывается, внешняя форма кристаллов – не только красивое свойство кристаллов, это еще и важнейший диагностический признак для исследователей. Понятно, что если рассматривать любую из этих объемных фигур, то в каждой из них мы найдем грани, ребра, вершины. Природные кристаллы одного и того же вещества могут иметь различную форму, но на каждом из них одни грани встречаются реже, другие чаще. К тому же оказалось, что одни и те же грани присутствуют в разных кристаллах одно и того же вещества. То есть, внешняя форма и размеры разные, а вот расположение граней оказалось одним и тем же. Так выяснилось, что для каждого вещества углы между гранями различных кристаллов одинаковы. Это и понятно. Каждая грань, каждое ребро кристалла отражает его внутреннее строение. А для конкретного вещества характерна своя кристаллическая решетка, которая и определяет расположение отдельных атомов. Но при исследовании кристалла решается обратная задача. Измеряются углы между гранями, и далее по таблицам определяется вещество, из которого и состоит кристалл. Такой метод исследования получил название гониометрия, от греческого гония – угол, и метра – меряю. Для измерения таких углов применялся прикладной гониометр, мы его видим на экране. Впоследствии использовались одно- и двухкружные прикладные гониометры. Но, конечно же, точность измерения таких приборов была небольшой. Не точнее полугловых градуса. Сегодня исследователи пользуются оптическими отражательными гониометрами и фотогониометрами, что позволило значительно увеличить точность отсчета углов между гранями. Однако проведение таких исследований возможно лишь для достаточно хорошо ограненных кристаллов. С развитием рентгенографических исследований метод гониометрии больше не является основным в геометрической кристаллографии, однако он сохраняет свое значение при изучении морфологии кристаллов и их роста. В технической кристаллографии, в минералогии, в гемологии. В сочетании с анализом химического состава гониометрические данные кристаллов и микрокристаллов используют для определения фазового состава синтетических и природных веществ. Как мы поняли, идеальных условий роста кристаллов в природе не существует, поэтому его форма будет искажаться. И чтобы использовать природный кристалл, например, в ювелирном изделии, его подвергают специальной обработке, называемой огранкой. Такой процесс строго подчинен набору элементов симметрии. То есть огранку производят согласно одной из 32 групп симметрии, с которыми мы уже знакомы. Поэтому прежде всего составляется единое описание кристалла. Для этого фиксируется нормальник к граням и измеряются углы между ними. И выясняют симметрические закономерности расположения граней кристалла. Такую совокупность граней, взаимосвязанных симметрическими операциями группы симметрии, называют простой формой кристалла. Подобное описание формы, конечно, является описанием идеального кристалла. Поэтому такие грани, принадлежащие одной простой форме, равны не только геометрически, но и равны их физико-химические свойства. При составлении более детальных характеристик внешних форм кристаллов специалистами используется термин «habitus», который с латинского «habitus» можно перевести как «внешность», «вид», «облик», «наряд». В широком смысле этого термина им обозначают вариации той или иной формы. А в кристаллографии habitus определяет вариации формы одной и той же структуры.
То есть габитус определяет различные вариации симметрии кристаллических структур. Поэтому в минералогии принято разделять грани кристаллов на три вида. Наиболее развитые называют габитусными. Средние грани обычно крупные по величине, но не наблюдавшиеся как габитусные. И третий вид граней малые, то есть все остальные. Полное описание формы кристалла составляется посредством указания огранки и габитуса. Под огранением кристалла подразумевается условная совокупность граней, а если в описании применяется соотношение граней, то подразумевает габитус. По перечислению элементов симметрии и описанию простых форм не всегда можно составить однозначное представление о кристалле. Как правило, требуется еще выяснить взаимное пространство и расположение граней. Для этого приняты кристаллографические символы, определяющие положение любой грани кристалла относительно условных координатных осей или одной из граней, применяемой за исходную. Исследователи выяснили, что разделив параметры одной грани на соответствующие параметры другой грани и беря соотношение между ними, получим отношение целых небольших чисел. Этот принцип называется законом рациональности отношений параметров кристалла. Поэтому принимается ряд символов, которыми оперируют при составлении описаний формы кристалла. Символ грани составляется из ее числовых параметров. Эти числа называются индексами грани. В результате положение любой грани или ребра кристалла определяется тремя целыми числами. Символы реально существующих кристаллических ребер и граней состоят из простых целых чисел, которые редко бывают больше семи. С точки зрения симметрии, понятие «простая форма» связано с представлением о расположении атомов кристаллической решетки конкретной пространственной группы. Поэтому простые формы отражают особенности строения не только отдельных классов симметрии, но и целых семейств родственных классов. Из-за чего, несмотря на, казалось бы, бесконечное число вариантов огранки кристалла, число простых форм реального кристалла равно только 47. Опять же, потому что число кристаллографических групп симметрии равно только 32. И количество вариантов расположения граней в каждой группе вполне конкретно. А если учесть, что привлекая для описания симметрии кристаллов все известные элементы симметрии, то их взаимодействие дает только 230 сочетаний. Что в реальности дает нам возможность проследить всего лишь 230 пространственных групп симметрии. И любой кристалл обязательно будет иметь свои характеристики, соответствующие одной из этих групп. Здесь мы должны иметь в виду, что вещества считаются кристаллическими в том случае, если их внутренняя структура имеет регулярное строение с признаками кристаллических сингоний. В силу внешних факторов по своей форме это не обязательно будут многогранники. В данном случае оцениваются физические и химические свойства вещества, а затем внутреннее расположение частиц. И множество веществ, например, металлы и их сплавы, граниты и тому подобные вещества, по своей структуре кристаллические, а форму имеют совершенно произвольно. До сих пор мы говорили о кристаллическом веществе как о едином цельном кристалле, имеющем регулярную упорядоченную структуру во всем объеме. Такие образования называют монокристаллами, хотя некоторые их представители встречаются огромных размеров до нескольких метров. Но большинство окружающих нас кристаллических веществ в силу внешних причин не смогли оформиться в виде правильных огромных многогранников. Чаще всего это агрегаты плотно сцепленных между собой небольших кристаллов. Примеры поверхности таких кристаллических веществ показаны на экране.
Структура таких веществ выглядит как хаотически ориентированные мелкие кристаллики разного размера и неправильной формы. Такие вещества принято называть поликристаллическими, от греческого «поли» – «много». Естественно, в них невозможно выявить общую структурную закономерность, поэтому на их рентгенограммах или электронограммах мы не видим расположения атомов или молекул. На экране электронограмма одного из поликристаллических веществ. А составляющие их мелкие кристаллики получили название кристаллиты или кристаллические зерна. Иногда в составе поликристаллов большинство мелких кристаллитов ориентированы вполне определенным образом. В этом случае говорят о текстуре вещества. Некоторые поликристаллические вещества состоят из кристалликов, находящихся в различных фазовых состояниях. Чаще всего это минералы, металлы, сплавы и различные химические соединения. Так мы вкратце познакомились со свойствами кристаллов. Некоторые из этих свойств являются как бы предтечей свойств будущих образований, которые будут рождаться на основе таких упорядоченных структур. Но будем последовательны, и всему свое время. А этот рассказ на этом моменте, на таком этапе мы закончим, хотя знакомство с миром кристаллов будет продолжаться и дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова